Зритель, которого зовут «Я твоя радость». Михаил, вы хотя бы понимаете, что вы на протяжении некоторого времени, если брать отрезки, год, два, а иногда даже неделя и месяц, говорите в корне противоположные вещи? Как это можно назвать одним словом? И тем, что я пытаюсь вам прочесть книгу по страницам. Я бы с удовольствием вам кратко пересказал содержание книги и закрыл телеграм-канал YouTube. Ну, я же пересказал, правда? А когда ты читаешь книгу, ты ее открываешь, и ты читаешь по страницам, правда? Первая страничка перевернул, вторая, третья, четвертая, пятая. Там есть разные периоды. Когда я говорю, например, «внимание на запад», помнишь, было «северо-запад», я говорил осенью, говорю «внимание», потому что оттуда, с Беларуси, может идти удар. Ага, поменялось, время прошло, проходит зима, и уже зимой русские начинают играть. Они не разыграли тогда эту карту, ну, потому что, опять же, мы оцениваем стратегии и вероятности. Они не сыграли, слава тебе, Господи, не сыграли. Мы смогли выстроить такую линию обороны, которая сделала неинтересным эту игру. Отлично. Они перешли к новой стратегии. Они перешли к стратегии клина. Когда весь Западный фронт, они рассекают клином. И если вдруг НАТО решит напрямую воевать с Россией или Россия с НАТО, то заход на территорию России становится возможным при клине Белоруссии, становится возможным либо через Прибалтику, либо через нас. Понимаешь? Через Прибалтику. Там русские выигрывают чистую. И только на низком старте и ждут, когда бы овладеть гарантом независимости Украины, военным гарантом Эстонии, понимаешь, с которой, по-моему, а границы вообще делимитированы с Эстонией, не напомнишь мне? Я что, по-моему, в одностороннем порядке, конечно. Этого я не помню. Ну, я тебе скажу. Вот, понимаешь? Поэтому единственный вариант – это через Украину поляки. Теперь тебе понятно, да, что у поляков происходит? Я же сказал, клином играет Беларусь, потому что если они не сторона войны, ну, просто плацдарм, то через них воевать нельзя. Все, они рассекают, понимаешь? Я это сказал зимой. Говорю, все, вот новая стратегия. А русские что начали играть? А, типа с Беларуси пойдут. И сейчас вот скрылись документы, что это была спецоперация России, информационная и так далее. Скажи, пожалуйста, я переобулся? Вот осенью я говорю одно, зимой другое. Я переобулся или что? Ты мое мнение хочешь получить? Нет. Ну да, мне интересно. Нет. Ну, а мне сейчас в чате пишут, что переобулся, ты же писал. Или вы еще вспомните, что я в 2018 году писал. Потому что я всегда пишу в контексте этой страницы. А страницы листаются, книга идет вперед. Вот и все.